Другой теракт уже в Ливане тоже привел к многочисленным жертвам. Двое смертников устроили взрыв в кафе города Триполи. Один из террористов зашел в заведение и подорвал бомбу. А когда на месте происшествия собралась толпа людей, взрыв устроил и его сообщник. В результате погибли 9 человек, около 40 получили ранения. Полиция уже установила личности смертников. Сообщается, что они проходили подготовку в лагерях боевиков. Ответственность за теракт взяли на себя две экстремистские группировки – «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». По распоряжению МВД в Триполи введен комендантский час. Власти опасаются, что теракт может повлечь за собой столкновение между суннитами и алавитами.